Колиус блюме, визард, растет очень медленно. За 8 дней он вырос всего лишь на 2 миллиметра. Я думала, он будет расти поактивнее, побыстрее, но пока рост еще очень медленный. Ну, будем ждать. Скорее всего, он наращивает корневую систему. И пока ее не нарастит, в рост не пойдет. Ну так, все всходы достаточно зелененькие. Ни один не пропал. Все на месте. Кое-где на листиках остались кожура от семян, но я их пока не буду убирать. Пусть чуть-чуть окрепнет, потому что тоненькие совсем, и есть риск, что можно повредить растение. Будем наблюдать дальше.